На классной встрече больше 130 ребят со всей Югры получили возможность пообщаться с народным артистом России Сергеем Безруковым. Жду каких-то интересных моментов, интересных историй, может быть, что-то нового, чего он не рассказывал, не показывал, что-то свежее, можно даже так выразиться. Я очень рада побывать на этой встрече. Я хотела вырваться и не только на его выступление с Высоцким, вообще его очень увидеть, потому что мне нравится, как он вливается в роль. Я подготовила целое интервью, я просто мечтаю взять интервью своего кумира. Я ожидаю от Сергея Витальевича того, что он даст какие-либо подобные советы на то, как должен проводить свое свободное время правильный подросток, чем он должен заниматься в свободное время. Разговор с Безруковым, который давал на сцене Дворца искусства Высоцкого «Рождение легенды», длился более полутора часов. Тем обсуждали много. От начала творческого пути до черт характера, которые мешают добиваться своего, понятия «человек» и, конечно, театральные и киноработы этого года. Сергей Безруков рассказал, почему отказался от съемок в продолжении, пожалуй, культового сериала «Бригада», который в начале 2000-х захватил сердца российского зрителя. Наказание для моего героя Александра Николаевича Белова в том, что он все потерял семью, потерял друзей и отказался от всего, от карьеры, от всего, от дальнейшего продвижения вперед. У него были радужные перспективы, но в одночасье все это рухнуло окончательно и бесповоротно. В этом наказание, в этом серьезное, суровое наказание. Вот о чем этот фильм. Поэтому продолжать эту историю, мне кажется, нецелесообразным, и поэтому я отказался, и я считаю, что это правильно. Попросили Сергея Безрукова и дать небольшой мастер-класс по чтению стихотворений. Похоже, никто и не удивился, когда услышал, что народный артист России выбрал для этого Сергея Есенина. Прозрачно я смотрю вокруг и вижу, там ли, здесь ли, где-то, что ты одна, сестра и друг, могла быть спутницей поэта, что я одной тебе бы мог, воспитываясь в постоянстве, пропеть о сумерках дорог и уходящем хулиганстве. Ребята, которые занимаются в театральных студиях Сургута, обсудили с народным артистом России, художественным руководителем Московского губернского театра, проблемы будущего тех, кто хочет связать свою жизнь со сценой. Сергей Безруков рассказал о госпрограмме, по которой можно получить президентский грант для развития детского театра. У наших подростков, у наших детей совершенно нет шанса показать себя в кино, на большом, на профессиональной киноиндустрии, профессиональной театральной индустрии. И мне очень хочется задать такой вопрос, как решать эту проблему? Дайте возможность всем, кто действительно хочет выходить на сцену, вы в своих студиях театральных, пожалуйста, чтобы у вас была не определенная труппа, а чтобы она была огромной труппой, чтобы каждый раз можно было пополнять детей, которые хотят заниматься театром и творчеством, чтобы у них была возможность такая. Сергей Безруков сообщил, что общался с директором Дворца искусств «Нефтяник» и, возможно, привезет в Сургут целую программу детских спектаклей. В его Московском губернском театре такие постановки, как «Маугли» или «Остров сокровищ», пользуются огромным успехом. В завершении классной встречи актер раздал больше 200 автографов и сделал селфи с югорскими школьниками. Дарья Давыдова, Николай Сапожников, Сургут, Интерновости.